творятся. Что там за эксперты такие? Что там происходит? А что, это Укртранс безпека? Не, не знаю, что на говорить, не это короче. Так а что тут не так? Ну, кажу, что треба повесить, опознавательный знак, красную тряпку. Тряпку повесили, она отлетела, потому что повесили во дворе. Какого цвета? Красную надо повесить. Мы же знаем, мы же как один раз. Она отлетела. А что вы нарушили вообще? Ну, что, просто ехали, остановили, говорю, торчит. Ну, висто что-нибудь, який знак, який стрял, такой висто. Принеси еще одну повесить. А оно как-то закреплено там вообще? Конечно. Номер туда? Да. Я же говорю, мы повесили, она отлетела. Мы во дворе что-то женщины там повесили, так, вот так. Просто не первый раз выйдем. Она сказала, тут 5 метров, а тут оказалось чуть больше. А далеко вы стоите? Ну, я же часто возят, и есть такая табличка продается. Да, так, цепляется. Да, да, да. Цепляется вот тут и все. Красные мы... Ну, нет, какую нет. Белую тряпку? Ну, что с небольшим? А какой рулеткой мерили? Вот, сертифицированной? Есть. Полицейские какие ну, понятно. Свои карманные номера. То бишь наша, она наша, метрику наша, прошла, наша, да? Наша та, что находится у нас на балансе. Патрульная. Но патрульная. Метрику она проходит. Каждый прибор должен измерительно проходить какое-то... Ну, если она на балансе у нас стоит, значит, что проходит. Ну, послушайте. На этой рулетке можно, знаете, там 30 сантиметров отрезал, там склеил, и человек не будет знать. А? Ну, это ж такое, вы же понимаете. Вы же документ на нее не можете... Вы на нее документ можете показать? Ну, вы повинні возить с собой. А как вы можете определить? Мы повинні возить документ с собой на... Он измерительный? Это измерительная вещь? Измерительная вещь? Сказано, что мы повинні возить документ. Измерительная вещь. Я говорю, вы же хотите в рамках закона. В рамках закона, скажите мне, я повинен возить документ на рулетку, яку мірять. Вы хотите углубиться в законы? Так. Мы сейчас углубимся с вами. А я вам докажу обратно, что вы не можете вообще измерить вот этот прибор. Есть подставы уважать, что транспортизация пухается с нарушением правил дорожного руха? Нет, а что он нарушает? Они? А что он нарушает? Я, как полицейский, оцениваю, что так. Что он нарушает? Є. Немає таблички. Какой там пункт на ПДД нарушает? В 22-м розділі. Что при перевозке груза водитель должен повесить, да? Да было, отлетело, ребята. Не дали пояснение? А не пояснение? Пояснение это как? Пояснение они... Что ты умничаешь? Я не могу понять. Я норм... Ну потому что ты начинаешь умничать, а то что? Я тебе еще раз говорю, не умничай. Я с вами спілкуюсь так томно и вежливо, будь ласка. А я как с тобой спілкуюсь? Навіщо ви підвищуєте? Мне запрещено. Я с вами так. Мне запрещено. Я с вами так томно и вежливо, я помогаю для себя. Да ты больше умничаешь, я говорю. Это с порушением. Ты больше умничаешь, понимаешь? Я говорю, да. Я тебе говорю про рулетку, ты можешь ее откуда угодно достать, эту рулетку. Из машины, из багажника. Так хоть из трусов можешь ее достать, понимаешь? Да я ж не знаю, влезет или не влезет. Лишь бы доебаться до кого-то, понимаешь? А я тебе говорю, да. Тебе, я тебе говорю, человек дал устное пояснение, что оно висело. А он мог не давать тебе вообще. Ну так и все. А тебе лишь бы кого-то вжарить, я так понимаю, да? Я мне кажется, да. Нужно ситуацию раскачать еще. Так я нормально вообще легко, монотонно общался. Он начинает, блядь, умничать. Так он відповів. Что он відповів? А вона повинна, все должно повинно у тебя быть. Все. Если ты на что-то ссылаешься. На что? Чем у тебя будет камера предусмотрена? 10-26. Чем у тебя рулетка предусмотрена? Ну так и все. Это минимальный привод. Пиздец, ты, блядь, или задрачишь меня, или что? Я тебе говорю, на норму закона, если ты хочешь по закону все сделать, делай это, ссылаясь на нормы законов.
А не так, она у нас в багажнике лежит. Я тебе сейчас 10 их дам. Тут есть. Так вы же сказал, звідки вы достали. В этом вопросе. Но он говорит 22. В остановке. В остановке есть норма закона. А чего ты взял, что сейчас? Я не взял. Чего ты взял, что он порушил? Подстав выложил. На третий пункт 35 ссылаешься? Ну, почему не? Есть информация у тебя? Так, транспорт завязался, рухается. Оно терщит, говорит. Никаких не обозначает, знаков нема, ничего нема. Нема даже какую-то тряпку красную, как правило. Понятно, что той знак, ну откуда он может не быть? Может и не будет, правильно. Ну хоть какую-то тряпку можно поцепить на него? Не было ничего. Но с цією цілею був заповнений транспортний засіб. Яку ситуацію тут розказати? Ні, так ви міряєте. Ну, виноваті, метрика якась. Міряє, що переконатися, надо вона чи не надо вона. Вот і все, в правилах прописано. 60 метрів. Щось цепляти взагалі. Якщо не було б тут метра, нічого не треба цепляти. Якщо б тут більше метра, хлопці поцепили тряпку. В чому якесь питання, скажіть. А за що тоді пишуть постановление. А за что тут? За тут полтора метра. Я же, насколько знаю, полтора метра выглядут, уже пишут постановление. Пишут постановление там, где померено сертифицированной рулеткой. Ты опять умничаешь или что? Но я думаю, ты умничаешь. Может, давай твой посвечивай. За какие постановки? Хлопцы, вам постанову кто сказал, что пишут? Вам постанову кто сказал, что пишут? Кто говорит, что постанову будем писать? Снопченко, Леонид. Ничего не сказал. Водій, казали, що постанову буде писати? Поміряли і все. Ну, це вам сьогодні фартануло. А чому? Ну, я говорю, фартануло. Щас просто ви? Фартануло. Ладно, вони там не смотрели, там гайки, може, нету. Ну, там, понимаєш? Питання було конкретно, за що? Все вже, да, можемо їхати. За гайку ніхто все, нічого спасибо. Не казав. Щас ти вам. Короче, вот такие вот бывают полицейские, блядь. Два стоит нормально, один найдет, который будет провоцировать. Ну, это мне всегда нравится. Поэтому я погнал дальше.